Чешское пиво под торговой маркой Gabrinus Десятка – это одно из самых популярных видов пива в Чехии. Если вы посмотрите, что пьют в барах сами чехи, то увидите чаще всего в руках бокалы с Gabrinus. В составе вода питьевая, солод, ячменный, хмель. Разлит в бутылке 6.11.22 на заводе Плезенский Проздрой. Алкоголь 4.1 при экстрактивности начального сусла 10. Средняя карбонизация, светлый золотой цвет, белая стойкая пенная шапка. В аромате травянистый хмель, чуть ячменя и карамельки. Во вкусе чистая, солодовый профиль, очень питкая, довольно пустое, но для десятки хорошо, пиво не скатывается в воду. После вкуса чуть горечи хмеля и капли солодовой сладости. Такое пиво нужно покупать жарким летним днем, много, и ехать с друзьями на природу. Рекомендуемая цена не выше 1,5 долларов.